Я валяюсь и никому не принадлежу. Но надо спешить. У нас сегодня загрузка видео. Нам надо доехать до гостиницы Вухов и там загрузить видео. Итак, друзья, начинаем фантастический блокбастер по названию «Волшебный выход с заправки». Вот такая у нас. Я туда подходил, вот здесь вот прячется мистика. Очень как-то это мне напоминает Малхолланд Драйв. Это такая большая площадь уже пустынная, тут никого нет. О, смотрите, как кто там у нас чистит. Только посмотрите. Ну, фокусируй же. Видите? У меня странное чувство, что мы ее уже видели. Нет, та была с флажком. Ну повернись жопой, ну. Ну никак. Все, погнали. Кофе американо 300 при нас. Видите, замечательный крупнозерный асфальт. Все-таки значит его сейчас еще кладут. Видите, как из моего детства. Вечереет пустынное шоссе. Сейчас только я, ребятушки, пристегнусь. Так. Все, сейчас. Телефончик мы приглушим. Крутейший дальнобой. Потихоньку вылазим. Все. Наш Лукойл растаял в стекле заднего вида, в зеркале заднего вида. Сейчас отхлебнем кофе, когда он подостынет. И уже домчимся до цели, до Великого Новгорода. Бак, 22 градуса. Сейчас я думаю, вот что. Возьмусь-ка я за мороженое. Порадуемся мороженым, успокоим друг друга.